мероприятие, которое, наверное, может, не ожидали, но оно было очень запоминающимся и очень значимым. Мероприятие было приурочено ко Дню российских студенческих отрядов, государственному празднику. В работе круглого стола приняли участие представители структурных подразделений и активисты штабов студенческих трудовых отрядов вузов города Казани, а также представители студенческих трудовых отрядов Казанского федерального университета. Вообще в Казанском финансово-экономическом институте, который сейчас это Институт управления экономикой и финансов, плюс экономфаки, все, весь экономический блок всех вошедших университетов, были самые любимые отряды. Это отряды, которые ездили в Астрахань, и отряды, которые ездили в Молдавию. С приветственной речью к участникам круглого стола обратилась директор Института управления экономикой и финансов Наиля Багаудинова. В свои студенческие годы она принимала активное участие в деятельности СТО. В своей речи она отметила, что движение студенческих трудовых отрядов является важной инициативой, и выразила уверенность в том, что столь представительный состав участников заседания внесет достойный вклад в развитие движения. В Институте управления экономикой и финансов есть свои свои трудовые отряды, как мы их сейчас называем. Если будет возможность создания каких-то других отрядов, я думаю, что мы будем рассматривать этот вопрос. Основополагающим направлением студенческих отрядов являются студенческие строительные отряды. Еще в 1957 году в Казанском университете родилась традиция создания строительных бригад, работающих во благо родного вуза. Студенческие отряды по-прежнему остаются одним из самых массовых молодежных движений России. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз.